Мы поздравляем всех со славянским праздником Днем Перуна, который посвящен памяти воинов, погибших за Русь Светую. Праздник объявляется открытым. Слово для приветственного сообщения обращение предоставляется волку Мирогору Петрову Константину Павловичу. На Руси этот праздник, который сегодня мы с вами празднуем, был один из почитаемых праздников. Почему? Потому что люди отдавали память тем, кто пал за Родину, отдав жизнь, получил ранения, искалеченные и так далее. Значит, люди уходили в так называемый Перунов полк. И бог Перун был один из почитаемых богов, не только праздников. Я не буду здесь целую лекцию развертывать, только скажу, что у нас с вами, дорогие собратья, сограждане, братья и сестры, у нас украли нашу историю, обрезали нам корни, и мы растем с засохшими корнями, поэтому чахнем, как дерево. Дерево без корней жить не может, вы знаете. Вот. И украв историю, захватчики информационной войны, они сделали это умелый шаг. То есть, если на шестом приоритете русичи всегда одерживали победу, то тут вот это коварство, хитрость, которую они применили, к сожалению, не смогли отразить наши с вами предки. И это предстоит сделать нам с вами. Потому что другого пути нет. Вы видите, можно говорить о росте машиностроения, росте самолетостроения. Я думаю, что все понимают, что это голые слова. А на самом деле осуществляется программа, которую четко высказал Гитлер, сформулировал. Для славян никакой гигиены. Только водка и табак в неограниченном количестве. А лучше всего научиться их общаться с помощью жестов. И если вы представите, начиная вот от главы государства Ельцина, который понимаешь, и кончая бомжами, к сожалению, народ к этому подводит. Поэтому надо противостоять этому натиску. И я считаю, что каждый из здесь присутствующих должен относить себя к полку Перунову, борцу за свободу, независимость нашей Родины, отдавая дань всем павшим за многие века, нашим людям, предкам, которые делали все для того, чтобы быть свободными. Там вот где стоит палатка наша, около ямы, а яма-то земляничная. И если помните, я не помню, то ли это песня, то ли фильм был «Земляничная поляна». Это окопы. То есть там была боевая позиция наших войск, которые в годы Великой Отечественной войны противостояли здесь гитлеровцам. Вот это все, вообще говоря, было забыто.
все, что сделано. Поэтому отдадим дань памяти тем, кто сложил свои головы здесь, под Оржевом, в том числе. Очень радостно, что здесь присутствует много молодых, много подростков. Пусть они видят, я наверняка уверен, они запомнят вот этот день, этот праздник, что, оказывается, можно веселиться без вина, водки, табака там. Кроме этого, во время этих праздников возрождаются традиции, культурные обычаи нашего народа. И это очень много значит, потому что нас разъединили и на этом уровне. То есть вы посмотрите, у нас даже своих праздников-то не осталось. Все гуляют, ну что, Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которой, как оказывается, не было. Новый год, который к нам привнесли. И много других праздников, может быть, интересных. Но они не наши, не наших корней. Поэтому все праздники кончаются пьяным застольем, драками. Ну не все, а в основном вы все сами по жизни видите, знаете это дело. И в связи с этим мы долго думали, ну недолго, искали пути, почему же у нас не получается. Вот мы говорим о культурном преображении, о том, чтобы людей привлечь к нашей работе, в том числе и партийной. Но партия, как вы уже знаете, не буду здесь повторяться, это не самоцель. Это средство для достижения наших целей. Однако народ как-то к этому относится хладнокровно. И вот тут-то мы и обратили свой взор, как говорил Козьма Прутков, почаще оглядываясь на зады, чтобы не наделать знатных ошибок. Поэтому и пришли к своим истокам и решили совместить вот эту работу по культурному возрождению нашего народа, в том числе и через славянские праздники. Хочу также напомнить вам, пользуясь, как говорят, случаем, значит, многие путают славяне, русские. В книге там хорошо написано, ну и я попрошу, вот вы тоже в своей практической работе разъясняйте. Славяне – это не нация, это вероисповедание. То есть вот считается, что традиционными религиями Руси является, значит, иудаизм, христианство, ислам, буддизм. А исконной религии, которая, в общем-то, и объединила многие племена славянские, поляне, древляне, вятичи, кривичи. Про него как-то так забыли. Поэтому работа эта непростая, я думаю, вы догадываетесь, что за этим всем кроется. Надо иметь мужество, силу воли несгибаемую, знания хорошие, чтобы уметь в диспутах и в общении противостоять, потому что, как оказывается, наши чиновники, они и подкованных не очень хорошо. Генерал-майор Константин Петров одним из первых в нашей стране обнародовал информацию о том, что основные пункты программы «Золотой миллиард» были разработаны сразу после Второй мировой войны.
Идеологами этого плана были главы ведущих банков мира. В 2002 году они провели конференцию в Йоханнесбурге. Третья сила, о чем в этом журнале написано, это руководители транснациональных банков. Они говорят, мы решим все проблемы человечества, если вы, все страны и народы, отдадите под наше транснациональное руководство всю инфраструктуру планеты Земля, касающуюся обеспечения жизнедеятельности людей. Это в первую очередь касается энергетики, воды. Именно дефицит воды, по мнению Петрова, послужил отправной точкой мирового заговора. В середине 2000-х годов генерал прогнозировал, что через 15-20 лет в мире начнутся глобальные войны из-за воды. Уже в наши дни две трети человечества не допивают. Причем основная агрессия будет направлена в сторону России с ее колоссальными запасами пресной воды. Есть документ, это директива 20/1 от 18 августа 48 года. И там в этой директиве говорится, русских силы не покорить. Поэтому для того, чтобы захватить богатство России, мы должны посеять культ секса, разврата, наркомании, алкоголизма, вот все, что мы с вами имеем. И за счет этого зачморить россиян и захватить их богатство. Со своими лекциями о тайнах управления человечеством генерал Петров объездил всю Россию, выступал в ведущих вузах страны. Но в июле 2009 года он умер. Согласно официальным документам, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Но его сторонники уверены, Петрова убили. Смерть Константина Павловича не могла произойти естественным путем. Он был сильный, здоровый, пышущий здоровьем человек. И какое-то воспаление легких не могло служить причиной его смерти. По одной из версий, смерть генерала – результат спланированной спецоперации со стороны ЦРУ. Незадолго до смерти он встречался с тремя американцами. Гости представились журналистами из Вашингтона и попросили записать интервью. Через некоторое время Константин Петров тяжело заболел и вскоре скончался.